现代化强国努力奋斗，одной зимней ночью в декабре 1978 года 18 крестьянских семей из деревни Сяоган уезда Фэньян подписали договор с таким текстом. «Мы разделяем пахотные земли между дворами. Глава каждой семьи подписывает и скрепляет своим отпечатком пальца данный договор. Если у нас получится, то мы гарантируем, что в конце каждого года будем сдавать родине продналог. Больше не будем клянчить у государства деньги и зерно. Если у нас не получится, мы готовы, как зачинщики, сесть в тюрьму и лишиться жизни. В этом случае все члены коммуны берут на себя обязательство растить наших детей до 18 лет». Тогда эти люди даже не подозревали, что положили начало реформе, которая изменит судьбу сотен миллионов крестьян. Так тонкие вешние струйки стекаются в половодье в один великий мощный поток. В июне 1977 года на заседании Политбюро ЦК КПК показали 10-минутный фильм, который обнажил ситуацию с бедностью на селе в провинции Аньхой. После просмотра Политбюро незамедлительно вынесло решение о том, что нужно как можно скорее отправить способного партийного деятеля возглавить работу в провинции Аньхой. Таким образом, Ван Ли был назначен на должность первого секретаря комитета КПК провинции Аньхой. Летом 1978 года в провинции Аньхой случилась ужасная засуха. Тогда провинциальный комитет КПК принял смелое решение выделить крестьянам землю для выращивания. В уезде Фэйси бедствия достигли таких масштабов, что производство зерновых летом резко сократилось и даже не удалось собрать второй урожай риса. Шаньнаньский райком созвал собрание всех членов партии, чтобы обсудить, как получить больше зерна и пережить неурожайный год. На собрании присутствовали 23 члена партии, которые единогласно приняли решение о выделении крестьянам земли с закреплением производственных заданий за отдельными крестьянскими дворами. Была введена система подрядной ответственности. В то время деревня Сяоган уезда Фэньян провинции Аньхой была известна крайней нищетой. Про нее говорили, что продовольствие она получает за счет компенсационной торговли, деньги – за счет материальной помощи, а производство запускает только в кредит. Крестьяне в ней сами по себе пришли к системе семейного подряда. «Отдавай то, что положено государству, прибереги достаточно для коллектива, что осталось – все твое». Люди наконец-то увидели долгожданный богатый урожай. По сравнению с предыдущим годом, сбор зерновых в деревне Сяоган увеличился в 5 раз. Доходы крестьян выросли в 17 раз, а средний подушевой доход в деревне резко подпрыгнул с 22 до 350 юаней.
После этого внутренняя Монголия и провинции Шандун, Сычуань, Гансу, Хэнань и Гуйчжоу одна за другой стали внедрять систему ответственности за сельскохозяйственное производство в различных формах, таких как семейный подряд, закрепление производственных заданий за бригадами и вознаграждение за труд, указанное с результатами производства. Ядро сельской реформы – это земля. Система имущественного права на землю в Китае осуществляется на основе социалистической общественной собственности, которая представлена в двух формах – государственной и коллективной. Система подрядной ответственности, увязанная с результатом производства, представляет собой созданную на ее основе систему ответственности крестьян. Она разожгла энтузиазм в крестьянах, разбудила жизненные силы деревни, дала толчок к развитию производства и привела к огромным изменениям в облике сельской местности. Дэн Сяопин сказал, что крестьяне сами придумали закрепление производственных заданий за отдельными дворами. Он отметил, что это дало очень хорошие результаты и привело к быстрым изменениям. Подавляющее большинство производственных бригад в уезде Фэйси провинции Анхой внедрили закрепление производственных заданий за отдельными крестьянскими дворами, что дало огромный рост производства. В уезде Фэньян, про который поется в песне «Фэньян Хуагу», абсолютное большинство производственных бригад взяло на вооружение систему полной подрядной ответственности. И всего за один год все изменилось, началась новая жизнь. Начиная с 1982 года, ЦК КПК в течение 5 лет каждый год издавал документы под номером 1, в которых показано, как система ответственности, в основе которой был семейный подряд, внедрялась по всей стране. Система полной подрядной ответственности привела к большим изменениям. В 1984 году валовый сбор зерновых в Китае впервые превысил 400 миллионов тонн. ВВП в земледелии, лесоводстве, животноводстве, рыболовстве вырос в 2,3 раза по сравнению с 1978 годом. Производство продовольствия на душу населения достигло 400 килограммов. 80-е годы 20 века песня «На полях надежды» стала популярной во всем Китае. Потому что весной каждая семья трудится в поле за вспашкой. Занавес уже поднят. Ход сельской реформы необратим, как ход прилива. Огромное число сел охвачено большим оживлением. Уезд Сяошань провинции Чжэцзян находится очень далеко от деревни Сяоган, уезда Фэньян. Противоречие между большим населением и нехваткой земли было обострено там до предела. Чтобы прокормиться, члены местной народной коммуны изобрели массу способов. Они стали вести многоотраслевое хозяйство, открыли много малых предприятий, в том числе завод сельскохозяйственных машин, который основал Лу Гуаньцю. Завод сельскохозяйственных машин Лу Гуаньцю развился из маленькой частной мастерской до первого китайского предприятия по производству автозапчастей, которое вышло на американский рынок. К тому же Лу Гуаньцю положил начало тому, чтобы поселково-волосные предприятия стали скупать компании, которые прошли листинг и разместили акции на биржах за рубежом. Таким образом, он показал всему миру, что китайские предприниматели обладают мудростью и ответственностью для осуществления реформ на практике. Сегодня Ванцян – это современная транснациональная корпорация, годовой операционный доход которой превышает 100 миллиардов, а прибыль – 10 миллиардов.
Начиная с 1979 года, поселково-волостные предприятия в городах Куншань, Дзяньин, Чжанцзяган, Чаншу провинции Дзянсу, в городе Вэньчжоу провинции Чжэцзян, в городе Диндзян провинции Фудзянь, в городе Фошань провинции Гуандун и других местах стали расти как грибы после дождя. В 1987 году стоимость продукции поселково-волостных предприятий по всей стране составила 50,4% от совокупного общественного продукта на селе, впервые превысив валовую продукцию сельского хозяйства. Это означало исторические изменения в сельской экономике. Без сельского хозяйства экономика в селе не может быть стабильной, а без промышленности она не может быть богатой. Поселково-волостные предприятия вслед за подрядной системой ответственности стали еще одним великим творением китайского крестьянства. Они проложили новый путь для ускорения хода индустриализации села, урбанизации и модернизации. Сельская реформа идет полным ходом, стимулируя все больший запрос на городскую реформу. Городская реформа началась с децентрализации, уступки интересов и активизации. Децентрализация означала передачу из центра на места финансовых и имущественных полномочий, расширение самостоятельности предприятий в производственно-хозяйственной деятельности. Она мобилизовала активность на местах и на предприятиях. В мае 1979 года 8 крупных государственных предприятий, среди которых был металлургический комбинат Шоуду, стали экспериментальной площадкой для проведения реформ. Начиная с 1981 года всесторонне развернулась работа по расширению самостоятельности в сфере государственных промышленных предприятий. В октябре 1984 года на третьем пленуме ЦК КПК 12-го созыва было принято решение о реформировании экономической системы. Это программный документ, который продвинул всесторонние реформы в экономике страны. В нем ясно указано, что социалистическая экономика – это плановая товарная экономика, основанная на системе общественной собственности. Полноценное развитие товарного хозяйства – это этап, который нельзя миновать в социально-экономическом развитии. Это обязательное условие для проведения модернизации экономики в Китае. По-настоящему оживить экономику можно только при полноценном развитии товарного хозяйства. Это означает, что фокус реформ стал перемещаться из деревни в город, и началось всестороннее реформирование экономической системы. Дальнейшее расширение самостоятельности предприятий, реформирование системы планового управления, постепенное сокращение масштабов директивного планирования, реформа ценовой системы, формирование веера цен. Все эти реформы постепенно сломали традиционную экономическую систему, ускорив развитие экономики. Реформы потекли, как стремительная полноводная река. А общество ринулось по ней, словно в гонку на драконовых лодках, в которой каждый старался вырваться вперед. Вслед за социально-экономическим оживлением, центральное правительство заявило о необходимости поощрения и поддержки должного развития индивидуального предпринимательства. В результате предприниматели стали чаще ездить по стране, а на улицах появилось все больше и больше торговцев-латошников. Этот магазинчик на улице Жэньминсилу в Вэньчжоу не бросается в глаза, однако он стал свидетелем начала новой эпохи. С тех пор простой китайский народ постепенно хорошо усвоил, что значит выражение «индивидуальный предприниматель». В 1979 году 18-летняя Джан Хуамэй от безысходности приняла одно рискованное решение – стать частным предпринимателем. В то время политический курс все еще накладывал много ограничений на частный сектор. Ей оставалось только тайком раскладывать товары, всякий ширпотреб, перед дверями своего дома, чтобы хоть как-то поддержать семью. Джан Хуамэй даже не помышляла, что переломный момент в ее жизни настанет так скоро. В декабре 1980 года лицензия индивидуального предпринимателя на ведение коммерческой деятельности за номером 10101 была выдана на руки Джан Хуамэй. Только через 24 года она узнала, что получила первую в стране индивидуальную лицензию на ведение коммерческой деятельности с начала политики реформы открытости.
В процессе развития индивидуального предпринимательства один хозяйствующий субъект по имени Нянь Гуадзю из города Уху провинции Анхой, который занимался тыквенными семечками под маркой Шадзе Гуадзе, стал предметом споров. Семечки Нянь Гуадзю были очень популярны и хорошо продавались. У него уже не хватало рабочих рук, и он начал нанимать людей. Сначала у него было всего несколько работников, а потом стало больше 100 человек. Кто-то говорил, что количество наемных работников у Нянь Гуадзю превышает установленную законом норму и должно быть ограничено. Дэн Сяопин, после того, как прочитал доклад по итогам обследования, сказал следующее. «Мое мнение таково. Давайте дадим ему 2 года поработать и потом посмотрим. Если сейчас тронем его, люди скажут, что политика поменялась и начнут волноваться. Пусть предприятие Шадзе Гуадзе проработает какое-то время. Чего нам бояться? Чем это повредит социализму?» Политика постепенно стала более гибкой, что привело естественным образом к возникновению частного сектора. Эти поначалу неприметные частные мастерские, заводики и магазинчики стали расширяться. Малый бизнес распространился по всей стране и даже достиг масштабов международной торговли. Его владельцы стали представлять реальную силу и мощь. Этот художественный фильм, снятый в 80-х годах 20 века, рассказывает о нескольких безработных молодых людях, таких же, как Джан Хуамэй, которые в переломный момент жизни стали предпринимателями. По этой же причине они стали первыми выгодоприобретателями от политики реформы открытости. В 1978 году в Китае было 140 тысяч кустарных производств индивидуальных предпринимателей. К 1981 году их количество выросло до 2 миллионов 600 тысяч. Развитие индивидуального предпринимательства и подъем конкуренции в частном секторе сформировали базовую структуру социалистической экономики Китая, в которой совместно развиваются разнообразные формы собственности. Традиционная система планирования стала постепенно эволюционировать в сторону системы рыночного обращения. Сельскохозяйственные и продовольственные рынки, районные магазинчики, магазины сельхозпродукции первичной обработки и уцененных товаров представляли новую конъюнктуру. Товарное обращение стало более активным через множество разнообразных каналов и форм, что способствовало развитию в направлении создания удобства широким массам покупателей, обеспечению качества товаров и увеличению потребления населения. Вслед за постепенным углублением реформирования экономической системы в середине 80-х годов 20 века всесторонне развернулись реформы в научно-технической сфере. В марте 1985 года ЦК КПК созвал Всекитайское рабочее совещание по вопросам развития науки и техники, на котором было принято решение о реформировании научно-технической системы. Ван Сюань из Пекинского университета ухватился за эту возможность. После того, как проектно-конструкторская работа в сфере лазерного фотонабора иероглифов, которую он возглавил, увенчалась успехом, он решил не оставаться дальше в лаборатории. В 1988 году Ван Сюань, имея на руках свою разработку, начал сотрудничать с компанией новых технологий при Пекинском университете. Так появился предшественник корпорации Founder. Технология лазерного фотонабора вызвала ажиотаж на рынке. Она произвела технологическую революцию, девизом которой было «Прощайте графит и огонь! Здравствуйте, лазер и электричество!». Ван Сюань прославился как современный Бишен. Ван Сюань смог поймать и оседлать волну в бизнесе. За ним последовали 4 ученых из области новых технологий – Ван Дахэн, Ван Ганчан, Ян Цзячжи и Чен Фанюнь. 3 марта 1986 года они написали письмо Дэн Сяопину, в котором высказали предложение о том, что нужно активно выходить на передовой международный уровень и занять свою нишу в сфере международных высоких технологий. 5 марта Дэн Сяопин дал ясные указания. «Это очень важная инициатива. Необходимо действовать быстро и решительно. Проволочки недопустимы».
Осознавая, что наука и техника – это решающая сила, которая определяет социально-экономическое развитие в современном мире, Дэн Сяопин произнес свое знаменитое изречение. «Наука и техника – это первая производительная сила». Еще он сказал, что в деле реформирования экономической системы и системы управления наукой и техникой больше всего он обеспокоен кадрами. Необходимо уважать знания, уважать таланты. В ноябре 1986 года ЦК КПК и Госсовет КНР утвердили государственную программу научных исследований и развития в области высоких технологий. Впоследствии ее назвали программой 863, потому что предложение было выдвинуто в марте 1986 года. В сфере политики открытости Китая внешнему миру в то время тоже был сделан важный прорыв. В марте 1978 года ЦК КПК официально решил направить Си Чжунсюня возглавить провинцию Гуандун. В июле Си Чжунсюнь после прибытия в Гуандун в первый раз отправился в поездку по городам и уездам, чтобы изучить обстановку на местах. Когда он пришел на улицу Чжуньин, то увидел, как посреди дороги лежит несколько камней, которые отделяют от нее переулок. На стороне Сянгана на улицах царило оживление, а на стороне континентального Китая было запустение. То, что он увидел в пути, привело его в удрученное состояние духа. В апреле 1979 года Си Чжунсюнь прибыл в Пекин для участия в рабочем совещании ЦК КПК. В своей речи он выразил надежду на то, что ЦК, основываясь на особенностях Гуандуна, то есть на очень близком расположении к Сянгану и Аоменю и большом количестве китайских эмигрантов, начнет проводить в его отношении особую политику, создаст зоны экспортной обработки в Шэньчжэне, Джухае и Шаньтоу. Эти умозаключения получили горячую поддержку со стороны Дэн Сяопина. Он сказал, что можно выделить территории для создания специальных зон, таких же зон, как в Шэньси, Ганьсу и Нинся. У центрального правительства нет денег, но есть возможность помочь особой политикой. Занимайтесь этим сами, чтобы найти выход из тяжелого положения. После многократных дискуссий и большой подготовительной работы ЦК КПК и Госсовета КНР 20 июля 1979 года в районе Шэкоу города Шэньчжэн загрохотали взрывы. Крупномасштабный проект по строительству торгового порта пришел в движение. Шэньчжэнская скорость, при которой за 2,5 дня строили целый этаж в здании, стала расхожим выражением. Девиз «Время – деньги, эффективность – жизнь» распространился по всей стране. Он давал людям пищу для размышления и побуждал смело двигаться вперед. 4 специальных экономических зоны – Шэньчжэн, Джухай, Шаньтоу и Сямэнь – стали окном в политику реформы открытости, а также образцом для ее проведения во всем Китае. Весной 1984 года специальный поезд Дэн Сяопина вышел из Пекина и направился на юг. Он сказал, что создание специальных экономических зон – это его инициатива, которую одобрило центральное правительство, поэтому он намерен посмотреть, станет ли она успешной. Почти за месяц Дэн Сяопин, ни на минуту не останавливаясь, объехал 3 специальных экономических зоны – Шэньчжэн, Джухай и Сямэнь. Он глубоко проникся оживлением, которое царило в них, и получил огромный душевный подъем. Он вдохновенно взялся за перо и написал: «Развитие и опыт Шэньчжэня подтверждает правильность нашей политики создания специальных экономических зон». В том же году ЦК КПК и Госсовет КНР на основании предложения Дэн Сяопина решили открыть 14 приморских городов, начиная от Даляня на Ляодунском полуострове и до Бэйхая в Гуанси-Джуанском автономном районе. Эти города словно жемчужины, нанизаны на береговую линию Китая, длина которой превышает 10 тысяч километров. В 1988 году центральное правительство утвердило образование провинции Хайнань, а также решило открыть и развивать остров Хайнань. Двери Китая постепенно открывались внешнему миру.
Древний, но такой молодой Китай во всю ширь распахнул руки, готовый обнять весь мир. Политика реформы открытости наполнила Китай жизненной силой. От плановой экономики к планированию с элементами рынка и снова к плановой товарной экономике. Так реформа шаг за шагом продвигалась вперед. Мобилизация ресурсов, производственных факторов и населения привела к формированию ракочущих внешних вод, которые обрушились с небывалой силой и зародили в людях надежду и уверенность. В ходе этого процесса люди крепко-накрепко запомнили одно теоретическое достижение, которое определило будущее развитие страны.1 октября 1984 года на площади Тяньаньмэнь провели грандиозное празднование по случаю 35-й годовщины образования КНР. Это был смотр достижений политики реформы открытости. В ходе шествия группа студентов из Пекинского университета по собственной инициативе растянула самодельный транспарант с надписью «Сяопин. Здравствуйте». Это простое, искреннее приветствие выразило любовь к Дэн Сяопину, которая исходила из самого сердца китайского народа. Оно также показало народную поддержку в великом деле политики реформы открытости, которая была начата под его руководством. Вешние воды ракочут, весенний ветер дует во всю мощь. Это весеннее половодье реформ, весенние воды эпохи. Они бурлят и вздымаются с небывалым размахом в торжественном величии. Они воплощают лучшие надежды китайского народа на осуществление социалистической модернизации. Этот поток не остановить. Он стремится вперед к светлому будущему. Thank you.
сила.